На Нору, Зеленскую, кого мы ждем? О, ясно, кого мы ждем. Сейчас она еще не прогрузится и будет из-за нее рестарт. Да. Вот тут у меня сгорит реально. Уйди, ты корова, как я... Реально у меня уже горит. Если она меня убьет, все, я ухожу, серьезно. Ну загрузись ты. А лучше не загрузись и уйди. Блин, ну что за фигня? Напиш... Даже мой интернет загрузил. Напиши Alt F4, она у тебя есть в друзьях? Нет. Ну блин, ну сейчас из-за него будет рестарт, ну алло. О боже. А может мы не прогрузились? Показывай, да. Типа. Она прогрузилась, а все остальные нет, да? Ну может быть. Не, ну тут сейчас вообще не смешно. Ай, пойду постью, что же. О, слава Украине. Надо, что? Надо, подожди, что? Миша, смотри прогноз, там не прогноз или сильный дождь будет. Чё? Так, ну, погода будет, посмотри. Хорошо, не ссы, в гонке будет дождь, ничего страшного. Не написано сильный дождь, может, он в хвале ещё начнется. Надо ехать. Да какой в хвале не начнется? Сколько там времени написано? Не знаю, я не смотрел. Ладно, нормально все будет. Сейчас ты проедешь 23, я 26, и мы от всех уедем, да? Ой, я вообще первый на трассу выезжаю. Да ладно, просто все готовят настройки новые. Ребята не готовы. Так, ну резать я сейчас не буду, а то это... Так, сейчас хорошо. Получается, мне никто не будет мешать. Майнер подпирает сзади. Это еще что за чудо? Как идиоты решили сделать ремонт здесь в 8 вечера. Воскресенье. Там пошло стукнуть? Ты слышишь это? Ну не мешает. Я сначала думал, что у тебя вдруг появились не наушники, а этот второй. Ты, короче, решил это меня услышать. Не знаю там. Блин, он реально дебил этот барабан. Он меня хочет обогнать на прямой перед старт-финиш. Он реально без мозгов. Он вообще меня не отпускает. Не давай им прожать. Боже мой. Какой он безмозглый. Он... А, он хитстрим от меня хочет. Он мне сейчас в задницу припечатает. Меня напрягает, когда он у меня на заднице висит. И эти дебилы напрягают. Одна попытка провалена. Похоже, у него тоже. Блин, это дрель, понимаешь, я слушаю дрель, но я не слушаю двигателя. Блин, это реально какие-то отсаженные люди. Она еще скучает. Я себе посвящаю.
попытка номер два. Нормально. Странно, второй сектор у меня, по-моему, был ужасный, и Роджи я очень плохо прошел. Быстро? Нет. Давай, короче, это слепстрим. Хочешь попробовать? Ну давай, да. Не улетай так далеко, не улетай. Я в боксе еду, у меня только заканчивается. Я знаю, просто немножко хочу. Угу. Сейчас меня не печатайся. А, ты на быстро пошел? Да. А ты что думал? Я думал, ты как на будущее. Конечно. Так, 27,4, 27,5, 25,8. Ну вот, 25,8. Давай, последний поворот. Так, Дегилевич 21,3, БМ 21,3, Крицин 21,4. Да ёб, что за лаги? 30 тысячных. Да, ясно, понятно. Тридцать тысячных. Сейчас мы будем. Я, может, надо сразу уже и второй раз выезжать, да, я может, пока ты солнце. На последние твои две попытки.
А ты сейчас где? Бокс. Как я просчитаю, что ты мне слепстрим дал? Не, я вообще не мог дать слепстрим. Степа заехал, походу. Ну, знаешь, ты тоже это время и я могу попасть. Да. Полиции. Ё-моё, я сейчас угонул прямо на стриму из картины. Ты так хорошо проехал, что на табличке 150 на первом флоре. Главное, что 150 осталось. Так было вообще печально. Офигеть. Вытащу. Ой-ой, хорош. У меня первый сектор очень плохой. Очень. Офигеть, что это фигня? Миш. Чё? Офигеть, у меня... А, твою мать. Короче, прямо перед поворотом у меня что-то руль просто взял и перестал работать. И через 5 секунд только заработал заново. Бывает. Нет, ты всё... И лаги сейчас идут какие-то. Мне это не нравится. Короче, я попытку такую повалил, наверное. У меня первый сектор ужасный. Да, я вижу. Я сейчас реально мог проехать 23. Мне уже, наверное, лучше не брать третий комплект, да? Мало ли кто убьет, потом опять не слышно ездит. Слишком плохо закончится. С другой стороны, у меня сейчас резина относительно свежая будет. Только один крик пройден. Вместо двух. Ну, жалко. Теперь буду сидеть смотреть. Ты на быстро ушел? Офигеть, у меня первый сектор 27,8. Это ж полсекунды можно снять с такого сектора. Тебе мейнер не мешает? Понятно.
просто капец. Два раза провалил круг в Аскаре, два раза. Один раз на бампере, второй раз на входу в Аскаре. Капец просто. Стёпа первый сектор 27.3 ставит. Что-что? Стёпа сейчас на быстром круге. По-моему, очень хорошо едет. Да Стёпа вообще хорошо едет. Берет сейчас у меня круг. Ну, конечно, с таким первым сектором глупо рассчитывать на пол. 27.4. Сейчас улучшит. Параболик аккуратно проходит. Просто идеально. Двадцать пять. А ну-ка давай посмотрим, какие мы круги были. 27.1 первый сектор. 27.4 второй. Если бы собрал бы третий, было бы что-то. Да, Гюринович, не в одном первом. Хоть чуть-чуть бы. Меньше. Да блин, я дело не в том, что типа я потерял. Дело в том, что я срезал, понимаешь, что другое дело. Это еще более обидно. Причем два раза в Аскаре. Один раз вообще на этом бампере, блин, на котором я никогда вообще не наезжаю. Короче, все ясно. Ладно, один пит-стоп все исправит. 27.5. Мне кажется, что Дзигилеви сейчас может очень хорошо проехать. Нет, он срезал. Все, да, мне тоже кажется, что срезал. Да, есть. Ну, видишь, не научиться еще ехать. Смирнов, как обычно, девятый. Что он делает? Давай еще машину разбей. Что? Смирнов тебя так же лагает, да? Да. А, это он сейчас еще разобьется. Опа. Че, разбился? Нет. Блин, какой-то фигней страдает. Так он пытается разбить болид, чтобы дали новый комплект. Лол, так это нельзя так делать. Ой, очередной. Ну что, теперь все проехали. Капец просто, мы с тобой могли... Мы должны были быть 1-2. Да, мы должны были. Блин, это нет, первый сектор я теперь надолго запомню. Да, сейчас прикинь, рестарт. Будет, ну, в сути, будет еще лучше, на самом деле. Ну, ты знаешь, хрен знает, не факт, что я снова соберу такие времена. Вот это да, блин. Я бы точно проехал. Ну, не знаю, как 23 проехал это вообще. Ну, видишь, 23 я сейчас сам мог проехать. Ну, хотя бы. 27.8, блин, я на жесткой резине гонки, наверное, еду где-то сектор быстрее. Ты заметил квалификации, многие так вот солидно отстают на самом деле. Ну да, кстати. Олег полторы секунды, Мирон в секунду. Не, ну а Олегов нет, считай все в секунде. Че там, даже Дигилевич меня на 3 десятки отстает.
Если меня сейчас не вынесет, то у нас будет борьба за Миш, на топ-3. стойке болида загрузи. Да. У меня опять горит, следующая сессия начнется через... Ладно, чё, с богом, чё. Богом. Я тебя вижу. Да. Сзади меня кто это? А, Бэйн. А, нормально. Сзади нормально все будет. Ты какой? Второй. Нет, блин, что ты делаешь? Это не все пишет. Что? У меня сообщение приходит. Степа, эта сторона очень тормозит. Ясно, все ясно, все ясно. Есть, как обычно, блин. Ты без крова? Нет. Кто без крова? Не знаю. Там, по-моему, чьи-то обломки были. Да. Что вообще происходит? Сам не понимаю. Опа. Боже мой. А, это ты? А, не. Что, дядя Денис? Ну, блин, вот с моей камеры ты выглядел так, как будто ты его вынес. Лол, реально? Да. Просто он полез, во-первых, а во-вторых, не, я его не трогал вроде. Так, давай только мы с тобой не будем. Ну давай, убиваться. Сейчас постараюсь уехать. Что-то у меня не очень получается. Короче, вперед, я тебя пропущу. Я не знаю, как у нас там сейчас по темпу. Давай, езжай. Попробуй до Бэйна высунуться. Он, как обычно, на прямых очень быстро. Парабольку плохо пошел. Ты, если что, не волнуйся, я тебя не буду прессинговать. Ух,
вот мы сейчас можем вдвоем много времени потерять. Там сзади уже подъезжают, да? Нет. Блин, я парабойку валю. Это вот тут подряд. Ребята там быстро едут. Главное не нахватать штрафов. То я человек так погнался, у меня много связок уже было. Может, вообще машина как-то плохо себя ведет. Да. На тренировках не так было. Я вроде, не чувствую. Обратно пропустить. То есть я тебя сейчас буду держать только. Я запись вырубил, может это зависит. Так, в принципе, эти ребята тоже не сказали, что сильно уезжают. Чё тебе в проболике? Я не знаю, Миш. Что-то вообще как-то странно. Сейчас. Чё, пустишь? Угу. Да не так же ты пустишь, Никушка. Давай, приезжай уже и поехали дальше. Да, там уже сзади. Да, там уже сзади, открытие. Ладно, наверное, на Богащенке попробую несколько кругов. И на следующем круге на пистов поеду. Хорошо. Я не попал. Не включай ДРС. Я включил, но я как бы буду так держаться в рамках, чтобы на слепстриме вытягивать. Сейчас же износ у меня пойдет быстрее, чем у тебя. Так я за счет тебя подержусь. То есть я не буду обгонять, я просто буду держаться за тобой. Хорошо. Я догоняю там. Хорошо. Ну а ты догоняешь, значит и я догоняю. Так, шины, доски, пока помню. Да, кстати, вот папа, ты делаешь правильную вещь.
Сразу всем с тобой жить легче, да? Да. Степан отъезжает, а Элли ближе. Так, тут он еще заезжал. Не вижу, мало ли. Так, я седьмой. Так, ну ты же у нас на один пистоп, да? Да. Хорошо. Степа заехал. Начну два пистолета. Нет. Думаешь, на один? Да. Он тут вообще лагает на пистолете. Наверное, он и есть, да. Значит, я режу много. Много. Не знаю, на виртуальных два штрафа. Ну, если проверять. А, вот в лес мы еще широкие выходы можно сделать, немного. Но вот именно когда ты режешь какие-то участки, тогда могут сразу штраф дать. О, в это, в Аскаре кто-то застрял. Какие-нибудь Васильевы, Филиппский, круговой. Когда ты езжаешь? Не знаю, сейчас посмотрим. На следующий. Так, ну всё, пока вот догнал. Yeah.
Так, я заехал. Чё там? Миронова 3, Зеленская... О, Дягилевича 5. Васильев... Ещё кого-то... Много кого, я не успел. Но мягкая. Скорее всего, не знаю. Ну, я прямо за тобой, наверное. Чё-то Элли очень медленный. Ну, Элли, алло. Либо у Бэйна, либо у Турбокастера. Мне сказали, что там машина... Это, наверное, у Бэйна. У Бэйна штраф, походу. Какой-то мне кто-то толкнул. Элли ушел в стену. В стену? Да, он ехал за мной и вдруг исчез в стену. А меня кто-то как будто потолкнул. Тебя кто-то потолкнул? Ну, у меня было такое чувство. Ну, просто реально, вхожу в поворот. И резко такой, ну, по-моему, даже удар был слышен. Вроде никого рядом не было. Я не знаю. Не знаю, может, что Элли рассинхронно вообще за тобой едет. Возможно. Я тебя потом пропущу в удобном месте. Ну, так, чтобы не сильно вещать себе. Кто там позади тебя? Бритин? Бритин 3-2. Хорошо. Там весь пелетон за ним. Блин, если потом тебя как-нибудь пропущу, чтобы у тебя на ДРС. Да, нормально все, не волнуйся. Так, на этом кубе тебе еще рано поставь. Стопа, 10 секунд, почти 11. Карабан пропускать не собирается, да? Он типа на свежей резине. Он типа 14. Я знаю. Блин, он сейчас меня будет обгонять. Ну ты не в квалификации так нагло себя вел. А он на мягкой? Не видишь? Не знаю, пополам вообще. Сейчас он тебя прокусит уже, иначе ему правда будет. На жесткой. Проблем не должно быть особо. Прошел? Да. Я в дрессе. Я приближаюсь. Я вижу. Аккуратно. Задел? Не-не, все хорошо, я тебе буду. Аккуратно, то Элли именно так ушел. Все, я спокойно, я обгонять не буду, просто буду на крыле стараться висеть. Хорошо.
Я даже ногу снимаю от газа сейчас. Ага, наверное, без РС не дежурный. А нет, доживу. Сейчас прошу. Надо как-то двумя машинами на подиум приехать. Так вот, что, сейчас не получается, что ли? Получается, но все равно волнует. А кто там? Одели? А, Ильюш вел. Все, какая тебе разница, прийти медленно. Точно? Да. Меня волнует то, что Степан, скорее всего, на жесткой. Да. И мы приехали. А с другой стороны, я с Дигилевичем расправился, с Бэйном расправился. Походу сейчас со мной расправится. Администраторы. Там рассинхрон был, не знаю. С Бэйном точно, а с Дигилевичем, не знаю, там сам полез. Посмотрим, ну там еще короче. Разберутся люди. Да. Слушай, хорошо за тобой устроился. Да, я знаю. Там нас пропустят впереди. Я надеюсь. Что он делает? А, он в бокс выехал. Ой, он не в боксе, блин. Это я, конечно, тоже герой. Ты это видел, да, как я дернул машиной? Да что ты делаешь? Ну... Боже, эти... Посмотри! Дебил! Ясно, боже мой! Короче. Блин, по-моему, хоть крыло живу. Капец, какие вы отсаживаете. Блин, ну мозгов нет. Ну остановись ты, если ты искать не умеешь. Капец. Блин, ты это видел вообще? Да, конечно, я повернул назад, увидел. Ну, какое конченое. Записал хотя бы, да? Конечно. Ну, а толк у меня? У него и так очков нет. Ой, лучше бы сидел дальше комментировал свои гонки. Капец. Пропустить на ровном месте нельзя. Так, хорошо ехали. Теперь позиции потерял, все потерял. Хорошо, что еще крыло целое. А нет, крыло не целое. Отломал немного.
Сейчас еще время буду терять на света. Камеру крыло поменяю. Похоже, прилетел я сегодня с подиумом. Они что, мне не поменяли? А, нет. Слышно? Да, вставили. Они как-то отремонтировали крыло и ничего не делают. Да, там потому что кусочек они, типа, вставляют. Сзади, кстати, ну, типа, я ехал впереди. Жаль, ну, не короче... У меня на паузе стоит запись, потому что я думаю, я от этого точно ехал медленнее. Короче, это так красиво было сзади, он в отбойнике просто тебя бабах. И ты просто сложился. Ну капец, как так можно ехать, я не понимаю. И я читал сегодня в группе, он писал, типа, я не тренировался. Это, блин, ну нахрена ты едешь, если ты не тренировался? Да. Нахрена ты вообще едешь, если ты ездить не хочешь? Хотя бы плюс есть. Я первый, я не знаю, куда Степан делся. А когда... Ну, вот после этого момента он меня потом обгонял. Он на песок заезжал. Так я понял. Может, на мягкой опять. Да, он уже тренировал. 11 секунд. Чё-то мне кажется, что меня догонят где-то на последнем круге. А, не в первом... О, не в первом повороте, там завал. Там дерутся? Ой, это хорошо очень. Потому что я как-нибудь смогу подъехать. Блин, надеюсь, я сейчас дисквал не получил, потому что у меня предупреждение 10 уже точно есть. Похоже, я опять буду его на круг обгонять. Так, Мирон, ваш штраф. Блин, офигеть, не вам во скоро. Да.
Бокса кто-то. Куда вы? Блин, еще один вчера. Давай поаккуратнее. Не ровно он в борьбе. У него тоже дофига штраф, я уверен. Incident has been cleared. Let's get back up to racing speed.
Это нафига сделал? Ну правильно. Пришел, убил, вышел. Фига он все равно пропустит, а по... сейчас пишет мясо. Он, по идее, должен его пропустить. Нет, он только что прошел. Так я знаю.